На первом же году безупречной службы мне повезло. Командование отрядило прапорщика Казакова с образцами секретных боеголовок на выставку-продажу под Москву. Эх, Серега, Серега! А слыхал ты, Серега, когда-нибудь про черного прапора? А? Ну ты темнота. Слушай, в 39-м полку, в 30-м батальоне служил один прапорщик. А Казаков взял с собой Пысу, меня и малыша, чтобы мы ящики с боеголовками за ним таскали и посильно охраняли от американских шпионов, питающих к военным тайнам нездоровый интерес. Едем, едем. Никак не приедем. Приедем, нас работа дойдет. Дорога для бойца – отпуск. Радуйся да спи. А как же уснешь-то? Спит чей-то город родной, дремлет родная земля, ждет своего дембеля. Дембели пока не спешит, тянется праздник души. Скоро седой старшина дембелю скажет пора. Дембеля, дембеля, это ля, это фа, это просто лапа. Когда мы дембеля, когда пьяный кусок и один марш бросок. Разбудил нас боевой клич прапорщика Казакова. Это трибунал! Где мой пистолет? Я немедленно застрелюсь на месте. Для чего пули тратить? Как чего? Как чего? Утерян ящик с секретным боекомплектом? По вашей вине, товарищи солдаты, вы пойдете под трибунал, а я должен смыть позор кровью. А может, не надо кровью, а? Товарищ прапорщик, мы... Действительно. Да он где-нибудь по дороге выпал и валяется. Давайте вернемся да поищем. Вот это по-суворовски. Хвалю. Серега, поворачивай. Поехали головки искать. Не поеду. Как не поеду? Там же военная тайна. Чего мы индейцам продадим? У меня бензина тут на две ходки. Туда и обратно. Твое дело. Что хочешь, ты продавай своим индейцам. Не индейцам, а индийцам. Индейцы в Америке жили и курили трубку мира. А набивали ее... Товарищи солдаты, все пропало. Одна такая боеголовка может таких концертов натворить. На 3 километра одни мокрые вонючие комочки. Я в учебном фильме видел. Чего застыли? Пойдемте пешком искать потерянные боекомплекты. Серега, ты остальные береги. На крайняк уничтожай боезапас на месте. Шли мы весь вечер и всю ночь. Но так ничего и не нашли. На рассвете дотащились до шашлычной и остановились позавтракать. Завтрак, конечно, был не то, что в солдатской столовой, но русский солдат неприхотлив. Приходилось есть и не такое. Так что никто не жаловался. Неподалеку от нашего столика
несли боевое дежурство три падшие женщины. Заметив их, Казаков прервал прием пищи и приступил к политинформации. Товарищи! Начал он с обзора политико-экономической ситуации в стране. Товарищи! Проститутки! Отечество наше родное очень переживает. Переживает кризис. И это везде. Поэтому вы должны незамедлительно организовать ячейки самообороны на местах. Сам ты проститутка, я секс-бомба. Бомба? Где? В Караганде. Товарищи проститутки, я требую немедленно отдать мне все бомбы, в том числе секс. Ты что, генерал, как нахреначился с позаранее? Ну давайте бабу моего в речку макнем. Девчонки, 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 не надо его никуда макать. У этого орденоносца нету одного яичка. Он его продал, чтобы купить боевому товарищу протез. А вы его в речку. Зачем его макать? Без яйца туда же. Кот в сапогах. Слушайте, а может мы ему второе того? Ну, для симметрии. Не надо никакой симметрии. Он и так под суд пойдет, если мы не найдем зеленый ящик с двумя продолговатыми тяжеленными мандулами. А у него семья. Я вроде видел такое. Около села Какино. Спасибо, красавица. Ну да, он там на повороте валялся. Угу. Далеко до Какино? 2 километра. Товарищи секс-бомбы, от лица выражаю. Только смотрите, какинские, они с прибабахом. Ничего, мы тоже тяжелораненые. Я только контужен. Бойцы! За мной! Тяжелый сволочь, а на вид не скажешь. Может, ему на душе тяжело. А может, мы его здесь оставим, а? А на обратном пути подберем, он тут заодно и проспится. А где ты его спрячешь? Заметь, кто на губу попадет. А может, мы его травой забросаем? Или ветками? Тогда уж проще закопать. Барабан, все, это рейх, все, это рейх, все, это рейх. И тут Пыса проявил то, чего раньше я за ним не замечал. Солдатскую смекалку. Влезь. Только пистолет надо у него забрать. А то проснется, палить начнет с перепугу. Айда в Какино!
пидорасы, наркоманы, фашисты, шпана. Как один социально опасный, и по каждому плачет тюрьма. Еще через пару часов блуждания по лесу мы выбрались к повороту на Какино, о котором говорила придорожная красавица. Но ящика с боеголовками там не было. На штурм! Поэтому мы решили посетить деревню и убедить местных жителей добровольно вернуть секретный военный груз. Дорогу нам преградил шлагбаум, изготовленный каким-то народным умельцем из коряги по всем правилам контрольно-пропускной службы. Тут мы и увидели то, что искали. Одну из смертоносных железных хреновин. А в ящике таких было две. Одна есть. Я тебе сейчас голову-то обухом отлуплю, если тронешь. Как же так? Господин колхозник, ведь это наша боеголовка. Мы ее обронили. Она упала. Что упала, то пропала. Но-но-но! То-то же. Эй, Семёныч, вылазь! Мужики, да вы чего, не понимаете? Это же кусок стратегической ракетной установки. Мы этот жбан в Москву должны доставить на выставку и продать индийцам. Нам на Москву насрать. Москва нам булки не посылает. Мужики, отдайте по-хорошему. Иначе наш генерал всю часть в штыки подымет. И он от вашего этого Какина камня на камне не оставит. Не грози отрок оружием. Сказано тебе. Ступай, отсель. Как же так? Ведь это наша боеголовка. Головка ваша. А правда наша. Дедушка, отдайте нам, пожалуйста, боекомплект. А то ведь наш прапорщик застрелится. Сядет. Прапорщик ваш уже в темнице томится. Темница-то кругла и из железа. А вы что, видели, что ли? Вы ж слепой. Не очами зрю, но сердцем. Отец Гамадрил, что делать-то? А пускай отроки дровишки от гаража поближе к дому перекидают и забирают с Богом свои головки. Вы сначала вторую покажите. А чё на неё смотреть? В сарае она. Ладно, где ваши дровишки? Вот так бы и сразу. Иван, а? Проводи отроков. Долго уговаривать нас не пришлось. Помочь русскому крестьянину в его нелёгком и благородном труде – святой долг русского солдата. Дрова не кирпич. Вещь легкая,
даже, можно сказать, удобная. Кидали мы их весело, обмениваясь шутками, прибаутками, баснями, песнями, анекдотами. Потом фольклор иссяк, а дрова никак не иссякали. Еще немного портили настроение две бабки, которые, сидя на лавке, бесцеремонно нас обсуждали. Гляди-ка, Клавдия, вон у того морда совсем желтая. Да небось, мать, с китайцем блудила. Не от китайцев это. Садитесь, женщины. Им, солдатам, особый витамин дают, чтобы они потом несколько дней без сна по лесу прыгали. Витамин тот желтый. Отец Гаматрил, а может им колбасы отдать? Она поди испортилась. Не следует, женщина. Колбасу свинье отдай. Им в лесу колбаса ни к чему. Они витаминов примут и целую неделю без пищи колобродят. А европейцы, европейцы. Все прыгают, все скачут. Ну что, дедушка? И 100 раз умирали. И снова воскресали. Отдавай нашу штуку. А русские амбалы, амбалы. Все спят и сладкой спячки. Потом вдруг как станут, как станут. Да как замочат европейцам, европейцам. Играет страшный русский ренессанс. Играет страшный русский ренессанс. Ну, пособи. Ну вот. Там же, небось, вся взрывная начинка попортилась. Не попортилась. Я, чтобы рассол не погубить, весь этот порошок из железяки выковырил и по ветру развеял. Так, ёлки-палки, снаряд теперь не пригоден для продажи. Не горячись, отрок. Кто из бусурман чего поймет? Вы же его на вашей выставке взрывать не будете? Думаете? Истинно говорю. Возьмите моей капусты. Да напихайте внутрь. Капуста в Индии не растет, не догадаются. А развинтят, скажете, мол, новое секретное вещество. Капустис 72. А почему 72? Капусте 72 часа надо, чтобы толком закваситься. Угу. А демократы, демократы, всю кровь сосут иную, и все с ума слетели, совсем уж обалдели. А слепым вы зачем притворяетесь, а? Все кормят этих гадов, потом вдруг как бросят, так бросят. Да как замочат демократам, демократам. Грянет страшный русский. Своя. Сильный ход. От кого маскируешься, дедушка? Попал я в это несчастное Какино лет 5 назад. Ну, колхоз развалился. Скотина передохла. Мужики от самогона все фиолетовые аж ходят. Ну, сжало сердце. Жарко мы заспорили тогда с местным председателем о дисциплине. Я говорю, надо их в ежовые рукавицы. Он говорит, могилу исправит. Поспорили на его УАЗик. Нацепил я бордочки для солидности. Вхожу в деревню. Говорю, завязывайте керосинить и балдубить. Я говорю, послан высшими силами. А то будет вам здесь всем армагеддец и апокалипсец. Они меня к праматери. Я как гарнул. Абракадабра! Смирно! И за проволочку потихонечку дернул. Ну, сельсовет
на воздух. Они в меня и уверовали. А что же это сельсовет на воздух? А я туда гранату заложил, а кольцо проволочкой перевязал. Теперь я им за отца и за мать. Как не притворяться? Раскроюсь, они ж снова деревню в щепки разнесут. Люди только жить начали. Ну а председатель-то он этот, УАЗик-то отдал? С председателем неудобно получилось. Тоже уверовал. А где ты, дедушка, гранату-то взял? Со службы. На память о доблестной нашей армии. Замполитом были. Куда там? Прапорщиком! Казаков. Играет страшный русский ренессанс. Играет страшный русский ренессанс. Греху. Что со мной? Где я? Вы в бочке, товарищ прапорщик. Зачем? Товарищ прапорщик, для сохранности, товарищ прапорщик. Пока вы отдыхали, мы у неприятеля отбили боеголовки. Сейчас вас вызволим. Действуйте, действуйте, товарищи солдаты, действуйте. Молодцы. Кирдык. Заварил кто-то нашего прапора. А чего же теперь делать-то, а? Ну что, как есть, нести его брутто. Мы его и нет-то еле доперли, а тут еще две боеголовки. Товарищи солдаты, брутто или нет-то, на выставке мы должны быть срок. Или просуньте мне пистолет. Я прямо здесь. Внутри застрелюсь. Товарищ прапорщик, вы поберегите патроны. Они вам еще пригодятся. Сейчас нам необходимо как можно скорее покинуть деревню Какино, ибо она населена религиозными маньяками. Вы сидите и отдыхайте, а мы вас доставим на выставку качественно и в срок. Шагнули. Урлабаны, урлабаны. Все пьют портвейн и водку, все бьют друг другу лица. Потом вдруг как бросят, и как придумают свой способ. Играет страшный русский ренессанс. Играет страшный. Помилосердствуйте! Ой, а то у вас есть матери, а? Ой, ой, ну подумайте о том, как они вас растили. Освободить Казакова из заключения по дороге никакой реальной возможности не было. Так он всю командировку в таре из-под мазута и просидел. Из-за этого на выставке с ним еще одна история приключилась. На выставку мы чуть не опоздали. К самому закрытию приехали. Но все прошло удачно. В то время наше секретное оружие с большой охотой всякие вяло развивающиеся страны покупали. Один индийский магараджи каждый год приезжал, брал по танку и по несколько ракет. Ему-то мы наши боеголовки и продали. Тротил, перекселин, пластит. Это капусте-72. Секретное вещество. Бери. Одна головка
такой брахмапутры натворит. Не пожалеешь? Мы эти 6 бомб очень покупаем, Садик. Вот и славно. А то нам здесь целый день околачиваться не катит. Хочется вольным кислородом подышать. Гражданскую жизнь вспомнить. Хотим знать, почему большой бомбы не продаешь, Садик? И какое в ней секретное вещество? Это не бомба, а бочка. А внутри не вещество, а наш командир. Существо прапорщик казаков. Магараджа сперва, похоже, мне не поверил. Пойдемте покажу. Пришлось предъявить ему прапора, чтоб не подумал, будто мы дефицитный товар под прилавком прячем. Хинди Руси, пхай-пхай. Чего ваш командир в бочку полезла? Это не просто командира. Это главный военный йог. А в бочке он дополнительную любовь к родине тренирует, чтобы потом ею новобранцев заражать. Очень хорошо. Можно задать ему вопрос? Задавайте. Он же не секретный. Где, по-вашему, у человека находится главный источник мистических сил? В ногах. Потому что без ног солдат абсолютно не пригоден к несению караульной службы. Солдату положено много ходить. Аум, аум. А откуда можно дополнительно напитать мозг космическими энергиями? В командировке. И людей посмотришь. И некоторый культурный отдых получается. Кроссворды гораздо легче гадать. Ау. В чем смысл жизни? В расписании дежурств по КПП. Посмотрел. И все понятно. Аум. Аум без устава – одна головная боль. Ну надо же. А мы морочились. У нас принято ноги на спину закидывать и в нос карандаш пихать, чтобы просветиться. А у вас все лучше налажено. Баба. Баба! Вы прямо баба. Вы сами бабы. Нет, баба не в плане сисек. У нас баба – это великий учитель истины. Будьте нашим кумиром. Мы про нас с вами книжку напишем, и ее экранизируют. Не вопрос. Собирайте с рыла по 20 рублей, и нам откроются невиданные духовные горизонты. Только откатите меня куда-нибудь в тенек, чтобы случайно проходящие мимо высшие военные чины не помешали нашей медитации. Опа. Расселись мы под крылом самолета, который Магараджа с утра купил. Пысо слетал в магазин, Казаков сразу воспрял духом и принялся индусов уму-разуму учить. В жизни все приходящее. Только армия постоянно. За армию. Выпили мы за армию. Потому что все болезни от непонятки и сомнения, как поступить. В армии этого нет. Как сказал командир, так и поступай. Получается отлично. Руки заняты, голова свободна. За командира! Выпили за командира. Вот еще вопрос. Мучается человек, чтобы уразуметь, кто главнее, он или другой военнослужащий. В армии все понятно. Посмотрел на погоны и уберег нервы. За субординацию! Выпили за субординацию, и водка кончилась.
потому что пили мы из сказки. Дальше учить никак не могу, если мы еще по двадцатке не соберемся. Возникшую было финансовую проблему Магараджа решил в мгновение ока. Беги за топливом и по дороге еще в галантерею заскочи. Купи стеклянные бусы. Надо интуристу что-нибудь подарить. За топливом Пыса мотался до тех пор, пока некоторые не впали в транс. Казаков так в бочке и уснул. Пришлось его и обратно Брутто везти, и уже в части освобождать. Ровно через месяц после нашей командировки с КПП прибежал до смерти перепуганный сержант Лавров. Ой-ё! Ты что, сержант, глаза потерял? Товарищ майор, там в часть негры ломятся. Какие негры? В часть ломятся. Чё? Какие негры? Я говорю, там в часть ломятся, товарищ майор. О! А? Вам кого, товарищи? Хотим Николя Баба ноги целовать. Аум, аум. 8 дней на верблюдах шли. Потом 6 часов в автобусе ехали. И еще 11 часов в самолете летели. Страху натерпелись ради этой встречи. Хотим аум, момент... Аум. Истины. Какого Николя? Николя Баба. Он же прапорщик казаков. Великий гуру. Аум. 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 Казакова сюда. Быстро. Есть. Ты чей это козлиная морда папуасом набрехал? Чего-чего? Не знаю мы чего. Сам смотри. Баба! Баба! Во всем надо иметь строгую инструкцию. Иначе не видать новой лычки. О, теперь мы можем умереть спокойно. Аум! Вот такая ветрушка получается. Даже не знаю, как реагировать. Генералу надо доложить. Аум! Аум! А наш командир, генерал-майор Талалаев, давно у окна маячил и возмущался. Кто это за воротами так шумит? Что там, черт возьми, происходит, дежурный? А? Товарищ генерал-майор, хотите верьте, хотите нет, но есть серьезные перспективы стать плантаторами. Одно неясно, как это с уставом соотносится. Какими плантаторами? Можем... Табак растите. А эти товарищи считают прапорщика Казакова богом и ради него готовы на любые подвиги. Не кощунствуй, а тебе сундук. Не стыдно малые народы путать? А чего я? Они сами лезут, бабой называют. Баба у них самый главный мудрец. Обещали книгу написать и по телевизору показать. Как же они тебя, сундука, за мудреца приняли? Погон, что ли, не разглядели? А как их было разглядеть?
Я же в бочке сидел. И пришлось Казакову признаться командиру, что в дороге ему по служебной необходимости пришлось залезть в тару из-под мазута. И дабы не уронить воинскую честь, прикинуться армейским йогом. Если прапор баба, значит, старше по званию деда. Вот что значит религия. Тонкая штука. Надо провести мобильную конференцию по вопросам. По вопросам. Замполит! Замполит! По вопросам идеологической интеграции возможных стратегических партнеров. В самую точку. Значит так. За мной! Хромых и убогих в лазарет. Все могут не поместиться. Хромых в лазарет, а убогих на губу. Есть. А вы, прапорщик, что расселись? Гони на склад за реактивами. 5 литров нужно. И сало, сало. Есть. Так. Столовую переоборудовать в конференц-зал. Все столы накрыть скатертями. Есть. Черноухова, иди на кухню, бери чистое полотенце, каравай и соломку. И встречай зарубежных гостей по всем национальным традициям. И подушись, а то от тебя гуталином пахнет. Так, а где бочка? Где бочка окаянная? Я ее под картошку отдал. Картошку к черту. Взять бочку и поставить ее на возвышение. Есть. А ты, Диоген, на пост, то есть в бочку. А мы с замполитом. На КПП. Давай. Давай, 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 давай! Господа паломники, чувствуйте себя как дома. Попозже Николя Баба прочтет вам несколько лекций о духовности. Я даже разрешу вам конспектировать. А пока он готовится, я вас размещу со всеми удобствами. Ау. Так у нас в части случилась международная конференция. Закончилась она, можно сказать, трагически. Но этого никто предвидеть не мог. Ни прапорщик Казаков, ни Талалаев, ни даже я. Майору Сироте велели разместить паломников в казарме и привлечь их к несению нарядов, но только на одни сутки. Конференцию Талалаев затеял не просто так. В подшефном колхозе в том году уродилось немерено картошки. Вот батя и решил послать на уборку индусов. Перед солдатами они имели то преимущество, что работать могли не из-под палки, а за идею. Коммерческий эффект намечался сногсшибательный. Покупай пробковый шлем, Палыч. Будем плантаторами. Прапорщицу Корноухову из строевой части по такому случаю назначили гидом-переводчиком, хотя она никаких языков и не знала.
Ну-ка, бойцы, сгоняйте кто-нибудь в роту за уставом. Ну, надо ж мне откуда-то мудрость черпать. В то и последнее время что-то теряю связь с тонкими мирами. Может, мужичок барахлит. Казарменный быт в чем-то напоминает монастырский. Воинская служба, по сути, та же аскеза. Умерщвляешь плоть, закаляешь дух. Так что индийцы себя в полку сразу почувствовали как дома. Правда, многие наши традиции вызывали у них поначалу недоумение. Че, интересно? Интересно? Да, это вот сколько мне до дембеля осталось. Вот здесь, смотри, все, дембель, домой поеду. А здесь я каждый день отрезаю, понимаешь, у меня дни идут. Вот сейчас отрежу. Смотри. Че, хочешь? Отрезать хочешь? Ну давай. Давай, режь, только аккуратно. Да куда ты? Ты че? Че, у вас в Индии так не делают, что ли? Все. Ну, это тебе. Индире Ганди подаришь. Уважаемый командир, когда же мы будем иметь счастье видеть и слышать несравненного Николя Баба? После обеда. А если нечем заняться, у нас принято зубрить устав строевой службы. Он в ленинской комнате имеется. Конференцию планировали закончить к отбою, а на утро паломники должны были выехать в колхоз. Ты их долго по уставу не гоняй. Несколько пунктов пройди и переходи к необходимости безвозмездного труда на кормилице земли. Свежий воздух, парное молоко, поэзия мотыги. Я на сельское хозяйство через разборку автомата перейду. Автомат, мол, есть не что иное, как должным образом усовершенствованная мотыга. Ловко. Приказ начальника – закон для подчиненного. Одес овесюперия should be obeyed. Дежурный по роте назначается из сержантов или как исключение из ефрейторов. Platoon duty is appointed from among sergeants or non-commissioned officers. Уважаемый Сагиб, мы читаем эту мудрую книгу уже 2 часа, но многое в армии остается для нас тайным знанием. Не могли бы вы пояснить некоторые положения? Армия не тетка, лычка не погон, прапорщик не офицер. Non-commissioned officer is not an officer. Погону козыряй, а срок службы уважай. Попал в армию, ты дух бесплотный. Дед тебе, царь и бог. Бесплотный дух, это нам понятно, первое воплощение. А какое высшее? Дембель. Для него все дороги открыты. Ну, до дембеля надо пройти много перевоплощений. Дембл? Дембл. Дембл is the highest form of reincarnation. Understand? Да здравствует
нерушимая дружба между русским и индийским народами. Peaceful coexistence of its great value, especially in our age, age of nuclear weapons. А теперь позвольте предоставить слово нашему уважаемому Николя Баба. Честно говоря, мы и сами хотели давно его послушать. Прошу занять места за столами и приступить к медитации. Началась конференция в духе разрядки, взаимопонимания и, не побоюсь этого слова, консенсуса. Диалог намечался конструктивный. Поначалу. Если у кого есть какие вопросы, я охотно отвечу. Уважаемый Николя Баба, мы хотели бы знать, почему Земля круглая? Ну, такая форма наиболее удобна для ношения фуражки. Вы говорите о фуражке в космическом смысле? Ну, ясный пень, не в буквальном. Моя, к примеру, не налезет. Кроме того, ракета летит по параболе. Будь Земля плоской, нам Америку не разбомбить. За параболу! Все в мире должно быть параллельно и перпендикулярно. Я совсем не пью. Не умею. Что не параллельно и не перпендикулярно, то валяется. За геометрию. Бхагавад-гита. Раджкапур, господин 420, Индира Ганди. Ну, если за встречу только капельку. Окунь. Щука налим, это на донку берет. Аум, аум. Шлишпёр, он в нашей реке не водится. Шлишпёр любит простор. Что такое материя? Без формы. Кисель. А человек без формы? Да это уже даже не кисель, а, извините за выражение, штатский. За форму. Снова забрасываешь. И как будто зацеп. Часто слышишь про людей, у них нет цели в жизни. В армии цель обозначена мишенью. Конечно, никто не гарантирован от промаха. Зато, по крайней мере, знаешь, к чему стремиться. Раз! Взял. И в лодку. Вынимается опять. За цель! К вечеру диалог конструктивность окончательно утратил, и началась в столовой полная Махабхарата. В тот день Казакову так и не удалось дойти до проповеди крестьянского труда на свежем воздухе. Больно уж все перепились. Некоторые даже сами идти не могли. Решено было продолжить конференцию на утро.
Невальный! А где чебуреки-то? Так это, они на зарядке, товарищ старший сержант. Чего? Наш замполит, подполковник Ожогин, не на шутку распереживался, что уборочная компания в подшефном колхозе может оказаться под угрозой срыва. Вылезай. Виноват. Не могу покинуть пост. Что ты вчера плел? Мандалай, лама! Тебе же сказано было к мотыге. Я говорил, что мотыга и есть низшая форма оружия, и с нее нужно начинать приобретение воинских знаний. Ты что, майор, глаза потерял? Фу, товарищ подполковник, так прибыли немцы. Тоже паломники. Guten Tag, meine Frau, Herr Offizier. Wir aus dem Bayern. Wir möchten sehen, der große russische Philosoph und Lebenlehrer Nikola Baba. Verstehen? Rotfront, Genossen. Немцы, как потом выяснилось, узнали о Казакове из статьи, которую опубликовал на Западе наш Магараджа. Они у себя в Баварии тоже пытались разными способами достичь духовного просветления, да ничего у них не выходило. А как прочли несколько тезисов Казакова, так сразу и рванули к нам в школу. Второй день Николя Баба посвятил физической подготовке и открыл присутствующим ее связь с духовным раскрепощением. Для этого были доставлены из казармы две пудовые гири и ефрейтор Галагура. Солдат должен посильно стремиться к исполнению устава. А сил для этого требуется немало. Я утку стрелять, даже жену, не беру. А тебя? Вот только тяги. Дождемся. А ум, дух бесплотный. Не бери в голову. Поэтому лучше начинать с мотыги. И на второй день Казаков опять не успел подойти к мысли о необходимости сельскохозяйственного труда. Все напились. Не исключая паломников.
Замполит почувствовал, что пора предпринимать решительные шаги, и явился в казарму с намерением лично убедить индийцев взяться за мотыгу. Мирно! Кругом! Ну, Пунтес, ты меня достал. Упал, отжался! Раз, два... Читальней надо, душара! Дедушка идет домой, Дели. Что у вас тут происходит? Мы уже прошли первую ступень посвящения и помогаем пройти ее вновь прибывшим. Встать! Бегом на очко, Бладбоя. Быстро! Бегом! Что? Что? Опять немцы? Хуже. Последняя группа паломников прибыла из Швеции и выгодно отличалась от предыдущих. Конференция уже начинала нам нравиться. Полундра. Третий день конференции прошел в обстановке всеобщего подъема. Делились впечатлениями, состязались в настольные игры, и в этот день мне улыбнулось счастье. И я улыбнулся ему. Другое счастье улыбнулось нашему полковому псу Тризору. Затем Казаков провел с паломниками курс раскрепощающего дыхания. Что стесняет дыхание солдата? Амбы... обмундирование. Поэтому устав и предполагает проведение физзанятий в летнее время с голым торсом. Вдохнуть. Вспомнить статью устава номер 11. Пока паломники вспоминали разные статьи устава, выяснилось, что реактивы на складе закончились. Пыси с прапором из прот-службы пришлось бежать в магазин. Выдохнуть. Вечером притащили из роты магнитофон и устроили танцы с паломницами под шведскую народную музыку. По полной схеме, с ревностью и дракой. Магараджи сцепился с рыжим немцем из-за прапорщицы Карнауховой. Но подданные своего господина в обиду не дали. Махабхарата плавно перетекала в Камасутру. Про поездку в колхоз все забыли. Дежурные ворота на выход. Бомба в ту ночь утратил невинность, не покидая расположение роты. Некоторые так и заночевали в столовой. Куда девалась прапорщица Карнаухова, осталась тайной. Мне было не до сна. Под небом голубым есть город золотой,
прозрачными воротами и красной звездой. Замполит устроился на крыше. Оттуда лучше видно. Это Сириус? Нет, это спутник, который наши ракеты на Америку нацеливает. Сергей, ты такой романтик. Как провел ночь Талалаев, неизвестно. Но свет в его кабинете горел до рассвета. На четвертый день разразилась гроза. Утром батя по старой генеральской привычке зашел оправиться и почувствовал себя не совсем в форме. А так как здоровье командира принадлежит не ему, а нашей доблестной армии, сразу же направился в санчасть. Подобных случаев в то же утро приключилось около 40. Таинственная индийская зараза поражала без разбору офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат. Генерал. Последней каплей стал привод к фельдшеру полкового пса Трезора с явными признаками собачьей гонореи. Где казаков? Сгною, порошок сотру, в бочке заварю. Реакцией на подобный рецидив неуставного недуга стал приказ генерала разогнать туристов, алчущих дармовой духовности, и объявить в части карантин. А Казаков был лишен премии и отправлен в колхоз. Казаков, ты чё, обиделся? На армию обиделся. Армия не карает, армия воспитывает. От тебя, брат, родина гигиены ждала, а ты трихомудию развел. Подорвал боеготовность. Да они сами напросились, я-то тут при чём? У них повода блудить не было. Да, в Европах своих от безделий и педиков обалдели. Хорошо, хоть до свального греха не дошло. А ведь по краю ходили. Спасибо товарищу Талалаеву. Быстро распознал измену. С таким командиром хоть в огонь, хоть в воду. И покатилась служба со всеми своими тяготами и радостями дальше. А до Дембеля было еще, как до Антарктиды.